Задержан подозреваемый в стамбульской бойне. Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Именно его обвиняют в убийстве 39 человек на новогодней вечеринке в элитном клубе «Рейна». Скрывался он все это время в квартире своего друга, выходца из Киргизии, в западном районе Стамбула и Синьюрте. Турецкий телеканал НТВ опубликовал видео из этой квартиры. По данным некоторых местных СМИ, в момент задержания с Машариповым был его сын. Турецкое агентство «Ахлас» распространило фотографию задержанного. На его лице видны множество синяков и кровоподтеков. Сейчас предполагаемый террорист находится в Управлении безопасности Турции. Там он пройдет медицинское освидетельствование и допрос. Накануне турецкие СМИ сообщили, что полиция во время обысков обнаружила 150 тысяч долларов. По мнению властей, именно эти деньги и получил Машарипов за бойню в клубе. Сейчас следствие почти уверено. Именно Машарипов в новогоднюю ночь расстрелял 39 человек в клубе «Рейна». Еще 69 были ранены. Боевик начал стрелять еще на входе, затем устроил бойню внутри. Преступник успел сделать 180 выстрелов, опустошив 6 магазинов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.